Сегодня в администрации района чествовали команду волейболисток из аула Игерухай. Это команда девушек, которые своим трудом и упорством в столь юном возрасте достигли значительных результатов в спорте. Они являются победителями множества соревнований разного уровня. Их коллекция наград богата и разнообразна. Глава района Заур Хамирзов поздравил волейболисток со столь высокими достижениями. Очень позитивный, хороший, яркий пример занятия спортом. В наше время это очень дорого стоит. Естественно, условия, которые именно по Игерухаю созданы сейчас, неплохие, замечательные физкультурно-оздоровительные комплексы. И очень приятно то, что этот зал работает, он не стоит. В жизни, чтобы у вас у всех все сбылось, в жизни, чтобы вас сопровождал только успех. Будут и трудности, но после трудностей, чтобы приходил позитив и был успех. Вот занимайтесь, терзайте, я уверен, что у вас все в будущем будет очень-очень хорошо. Свои наилучшие пожелания выразили начальник управления образования Асиат Берзегова и директор детско-юношеской спортивной школы Беслан Дохов. География участия этих девочек очень разнообразна, и они далеко за пределы Адыгеи уже шагнули. Даже когда смотришь их тренировки, завидуешь по-хорошему. Умницы, молодцы. Желаю девочкам удачи. Ну, действительно, спортом заниматься это просто так. Это надо систематически ходить на тренировки, не пропускать. Дисциплина должна быть. У вас хороший тренер, он вам это все дает. Поэтому такие результаты. Ну, ваше трудолюбие, естественно, профессионализм тренера. Все это позволяет достигать всех этих результатов. Желаю вам дальнейших успехов. Юные спортсменки и их тренер были награждены грамотами и подарками от главы района. За значительный вклад в развитие спорта Кашхабрского района наградить почетной грамотой администрации муниципального образования Кашхабрский район и денежной премией Берзегова Руслана Беслановича. Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Кашхабрская детско-юношеская спортивная школа. За высокие спортивные достижения в соревнованиях по волейболу наградить почетной грамотой администрации муниципального образования Кашхабрский район Дагужиеву Нальмес Аминовну, Хакунову Милану Рустамовну, Сокалову Азиду Рамазанову, Ахтаову Милану Вячеславовну, Жрецову Суру Муратовну, Вичеву Дану Азатовну, Дагужиеву Джаниту Азаматовну, Енамукову Аиду Нагбиевну, Иналову Зелену Юрьевну, Ешеву Салиму Алиевну, Кучнезову Наиру Анзурову, Тенеганову Диану Юрьевну, Кунагову Дарину Амирбиевну, Шишкову Нафисе Дальбиевну, мероприятие завершилось совместным фотоснимком. А мы, в свою очередь, желаем команде дальнейших побед.